Итак, вот террариум под змею объемом 122 литра с раздвижными передними стеклами. Ну вот такого плана террариум с распашными дверками под змею. Значит, внутри террариум оснащен светильником на поворотной ноге, который может менять траекторию направленности света и угол. На задней стенке видно, да, сделана сетка для вентиляции, чтобы внутри не было спертого воздуха. Также в верхней части террариума, то есть оборудована вентиляционная сетка. Вот такой террариум на 122 литра.